Всем привет, друзья! Я, как уже говорил, я вот нашел такую компанию Magnus Capital Center и начал с ней разбираться, с этой площадкой. Мне все нравится на сегодняшний день, друзья. Я, кстати, здесь ввели двухфакторную аутентификацию, и я, конечно же, этим делом воспользовался. Регистрация здесь достаточно простая, бесплатная, поэтому заходим кабинет и смотрим, что на сегодняшний день. Вот так выглядит мой кабинет сегодня. Так, была суббота вчера, и вот мне пришли начисления. Как видим, вот прошлой неделе прошло всего 2 дня. Мне начислили, я зарегистрировался неделю назад, там где-то в четверг или в среду, я не помню. Или в пятницу, не в пятницу, по-моему, в четверг. И вот мне начислили в прошлую субботу $26, то есть процент практически недельный процент. Это о чем-то говорит. И вот неделя прошла, я снова получил свой процент. $19. Но на этот раз я получил здесь бонус, очередной бонус, вот он. То есть после меня зарегистрировалось уже 1763 человека. И вот за это я получаю бонус. Люди, понятно, вкладывают какие-то деньги. Регистрацию проходит. На этот раз я получил 4 цента. В прошлый раз эта выплата составила 1 цент. Сейчас 4 цента. Здорово. Да классно. Тут присутствует бонус по партнерской программе. Я уже показывал, что есть... Сейчас покажу. Вот здесь есть... Можно развивать свою сеть, бинарная сеть. То есть два партнера под вами регистрируются. Пожалуйста, бинар. То есть еще можете развивать свою сеть. У меня, как видите, еще никто не проинвестировал. Да ради бога. Это не главное. И вот по бинару вы можете получать 10% комиссионных за каждое прямое реферальное подключение. Здорово, опять же говорю, здорово. Ну и чтобы начать здесь зарабатывать, вы переходите вот здесь купить лицензию. Без этого никакого заработка у вас не будет. Вот я приобрел 6 месяцев, 120%, $25. Но я говорю вам, почему здесь ограничение, вы здесь можете сделать 4 икса. То есть 6 месяцев, понятно, да, это срок дается на 6 месяцев. Я могу и раньше заработать эти деньги. Потому что вот эти деньги, мой заработок, здесь очень важная вещь сделана. И это считаю просто классно. Вот эта сумма учитывает все виды заработка моего. Вот эти, вот эти, вот эти бонусные выплаты. Все учитывается. То есть с лицензией на $25 я заработаю не более $100. Вот я вчера было время, я полазил, повнимательнее разбирался с этой площадкой. Все, потом моя лицензия сгорает. Я должен быть, снова должен буду купить лицензию, там любую другую или такую же. И у меня здесь снова появится сумма, которую мне компания позволит заработать. То есть, если $50 я приобрету следующую лицензию, значит здесь отобразится $200. И точно так же. Если, даже вот если по реферальной структуре у вас будет сумма больше, чем $100, вам все равно, ну, зайдет ваш партнер, допустим, унесет $2000. А у меня здесь ограничение $100. Все, моя лицензия тут же сгорает, и я получаю, я могу вывести только $100. Понимаете, друзья? Здесь стоят ограничения по заработку, и это классно. Деньгами никто не разбрасывается, хотя виды заработка зависят только от вас. Пожалуйста, приглашайте людей, соответственно, вот эту сумму вы сможете, если люди будут инвестировать, опять же, вы сможете забрать раньше, а не в течение 6 месяцев. Если вообще ничего не будет, то понятно, у вас будет доступно только два уровня заработка. Начисление процентов и вот это вот очередной бонус. Бонус очереди. То есть то количество людей, которые регистрируются после вас,
Значит, вам выплачивается бонус. Я говорю, вот за эту неделю было выплачено 4 цента. Откуда берутся эти деньги? Все очень просто, друзья. Смотрите. Ну вот, лицензия с различной доходностью. Я здесь по-русски слайд достал, чтобы было понятно. Вот моя лицензия. Работает она у меня 6 месяцев. Я в любом случае получаю 120% прибыли, даже если у меня там никто не зарегистрируется. Вот здесь есть такая вещь, командный бинарный бонус. У вас есть две команды. Схема представлена ниже. Получаете 10% от торгового оборота. Комиссионный генерируется команде с меньшим торговым оборотом. Откуда берутся эти комиссионные? Каждый человек, кто зарабатывает на площадке более 100 долларов, то есть у него компания удерживает 10 долларов. 10 долларов эти идут на вот эти всякие бонусные выплаты. Вот смотрите, маркетинг плану. 6 видов вознаграждения. Бонус по партнерской программе. Раз. Командный бонус. Два. Пассивный доход. Ну, это вот с лицензии. Бонус за продление лицензии. То есть вот человек, закончился у него, закончилась лицензия, он приобретает снова лицензию, соответственно, вы тоже за это получаете бонус, премиальный бонус и карьерный бонус. Все достаточно круто. Вот, я как говорил, ежемесячный платеж в размере 10 долларов взимается с каждого партнера, который заработал 100 долларов и более по всем видам вознаграждения. Понимаете, вот все суммируется. Данный платеж включается в общий товарооборот по двум вашим видам бонуса, а именно бинарному бонусу и прямому бонусу. Вот откуда берутся деньги. Деньги не берутся у партнеров. Создается такая база, скажем так, подушка безопасности, с которой и выплачиваются вам деньги, вот эти вознаграждения. Это здорово. Очень продуманный ход. И вот, как я говорил, бонус за повторную покупку лицензии. Вот там видно, да, на главной странице в личном кабинете 4 икса. Вот, после того, как партнер вашей команде заработал, или вы 4 раза больше от стоимости лицензии, она сгорает. Пример, 1000 долларов. 4 икса 4000 долларов. Вынимаем оттуда 1000 долларов на новую лицензию. Ну, если вы хотите приобрести новую лицензию. А я думаю, каждый захочет приобрести еще одну лицензию, потому что чистая прибыль составит 3000 долларов. После этого каждый партнер в вашей команде покупает лицензию заново. А это означает, что вся вышестоящая команда опять зарабатывает все виды бонусов. За каждое продление лицензии вы получаете бонус. Ну и вот, конечно, вот этот вид бонуса, революционный бонус, он здесь назван. Вот этот вот. Это когда после вас по времени, вот на минуту позже человек после вас зарегистрировался, он уже, с него уже вам будет выплачен бонус. Здесь вот так он представлен. Вы получаете долю за каждого партнера, который присоединился к вам после вас, даже если он не вошел в вашу команду. Все равно, сколько регистрируется человек под кем-то другим или просто он входит в компанию, вы получаете вот эти вот бонусы. Ну вот на своем примере я вам могу сказать, я прошлую неделю, вот я не помню, до субботы, там 2 дня прошло, что-то такое, я получил 1 цент. У меня здесь было, там я не помню, сколько людей, там, ну там около 400. За эту неделю, вот даже если 400 вычесть, 1300 человек, я получил 4 цента. Соответственно, конечно же, это тоже распределение идет по тому вкладу, который человек сделал. Но я взял самый минимальный. И как видите, из всего сказанного, мне площадка все равно не позволит заработать больше 100 долларов. Чтобы вывести больше 100 долларов, я должен приобрести лицензию, соответственно, дороже, правильно? Ну, я никуда не тороплюсь. Я люблю проекты в долгую, долгосроки. Мне нравится больше всего, чтобы не дергаться, не нервничать. Зашел и спокойно туда раз в неделю зашел, смотришь, что там происходит. Надо вывести, вывел. Кстати, деньги здесь можно вывести в любой день недели. Но
Начисления вам идут раз в неделю, по субботам. Вот такие вот дела. Ну, конечно, если вы приобретаете лицензию, вот приобрел бы я лицензию, ну, я просто особо не разбирался, когда зашел на эту площадку. Мне хватило поверхностного такого обзора, я быстренько пробежался, смотрю, что-то стоящее. Вот я зашел. Конечно, я бы сейчас зашел на большую сумму, но меня никто не торопит, и у меня никуда не горит. Я никуда не бегу. Я спокойно дождусь своей сотки. А сотку, понимаете, да, даже с учетом того, что если люди сюда, никто не зайдет, с учетом еще вот этих начислений, потому что количество людей будет увеличиваться и увеличиваться, как снежный ком. Понимаете? То есть вот эти вот, с учетом этих начислений, конечно, я не буду ждать полгода, когда отработает моя лицензия. Она, вот лицензия $25, куплена на полгода. Конечно, я быстрее заработаю эту сотку, ну пусть не за месяц я заработаю, пусть за два я заработаю. Куда мне гнать лошадей-то? Понимаете? А зайдет кто-нибудь сюда? Если здесь я буду зарабатывать еще, кто-то зайдет, зарегистрируется тоже на этой площадке. Соответственно, я эту сотку выведу раньше. Соответственно, заново приобрету лицензию. Ну, конечно, я уже разобравшись в этой площадке, не буду приобретать лицензию на $25. Конечно, я возьму другую лицензию. Я вот зашел на Facebook, посмотрел. Вот, кстати, этот человек, который открыл эту компанию. Все живые люди. Я уже говорил в предыдущем обзоре, он занимался там и строительный бизнес, и магазины были у него. Он продал 50% своего бизнеса и открыл вот такую компанию. И так как у него вот на ролике я показывал, были представители из Азии, то вполне понятно, почему в Азии открылись два офиса. Вот смотрите, это 17 числа они открыли на во Вьетнаме и на Филиппине. На Филиппинах открыли 18-го. То есть вот открывается еще два офиса. Там и там. Но, видать, здесь больше внимания было, поэтому отдельный ролик сделали. Возможно, скоро увидим видеоролик и видеоотчет из Филиппин. Так что вот такая вот компания, друзья, здесь ничего не закрыто, все можете посмотреть, ознакомиться совсем на главной странице. Мне все нравится. Я вот если бы, конечно, получше разобрался сразу бы, поподробнее, ну как-то вы все знаете, я лентяй, я особо-то не люблю копаться. Но когда вот делать нечего, вот у меня было время свободное, я зашел, порылся, посмотрел. Вот, поэтому вот такие вот дела. И вот делюсь с вами. Ну что, я зарабатываю абсолютно спокоен за свои $25. Поэтому выбор за вами. Хотите, заходите, зарабатывайте. Я говорю, здесь вот три реальных возможности, не считая бонусов. Не считая бонусов, то есть вот эту сумму набрать особо труда не составит. И никакой головной боли. Да, я сказал вам, что здесь открылось в профайл. Заходите, я вот сегодня установил себе двухфакторную аутентификацию. Вот слева, видите? Нажимаете сюда и устанавливаете двухфакторку. Так, ну, смена пароля здесь можете сделать. Тут вот почитайте, посмотрите сами. Вопросы и ответы обязательно почитайте. Вот, ну, новости. Кстати, о новостях. Совсем забыл. Сегодня пришло мне сообщение от компании на почту. О чем компания предупреждает? О мошенниках. Появились мошенники, друзья. То есть, вот так вот выглядит сайт регистрации в приложении. Пожалуйста, будьте аккуратней. Не нарвитесь на фишинг. Поэтому я вам говорил и говорю. Партнерская ссылка – это своего рода защита от фишинга, тоже как безопасность, раздел безопасности. И вот установили двухфакторную аутентификацию, они внедрили на площадку. Ее не было раньше, сейчас она есть. Поэтому заботьтесь о своей безопасности и, конечно же, устанавливайте двухфакторку. Так, ну вот здесь у кого Google, можете перевести на русский. Более подробно посмотреть карьера, раздел.
Вот, пожалуйста, здесь представлено. Подарки здесь дарятся за определение определенных статусов. Ну вот здесь начало карьеры начинается с $1000. Так, это и так, что это такое? Newell. Что-то я подзабыл. А, ну это вот суммарный пул, это бинарные дела, маркетинг. Пожалуйста, зайдите, ознакомьтесь. Вот, кстати, презентация. Вот здесь вот эту кнопочку нажимаете. И она качается на русском. Вот давайте я сейчас скачаю и откроем. Посмотрим. Вот здесь вы можете почитать о маркетинге этой компании. Вот давайте посмотрим. Я вам говорил, здесь куча бонусов есть и... Вот, пожалуйста, на русском я скачиваю. Компания, регистрация. Кстати, зарегистрировано Беллис. Пожалуйста, регистрация. И вот читайте. Пожалуйста, начал свою деятельность в 92 году. Где здесь я видел-то? Вот, в 2012 году продал 50% своего бизнеса и переехал жить в Афины. То есть компания... Главной центр находится в Афинах. Он сосредоточил усилия на рынке Форекс. 2015 продал еще 35% бизнеса. Форекс стал самым важным направлением его профессиональной деятельности. Недавно господин Даниэль основал Магнус. То есть человек сам поварился в этом бизнесе, понюхал табака и только после этого основал компанию Magnus International Center. Компания, офисы которой расположены в Афинах, Греция, занимается двумя направлениями операций на фондовом рынке и сетевом развитии. То есть масштабирует себя за счет партнерских ссылок. Вот, и, ну, масштабирует, понятно, да, человека к человеку. И, значит, это самое, как его, ну и торговля. Бизнес, источники доходов. Вот торговля, продажи продуктов. Понятно, мы понимаем, это продажа криптовалюты, покупка криптовалюты, торговля на финансовых рынках, брокерская комиссия. То есть за свои услуги они еще получают комиссионные. Возможность каждому члену автоматизированно получать лицензионные выплаты. Вот они, пожалуйста, все схемы, которые я вам показывал. Все вот здесь находятся. Можете почитать, подробно со всем ознакомиться. Со всеми бонусами. Ну, конечно, самое приятное – это карьерное вознаграждение. Вот все. Вот отсюда начинается карьерное вознаграждение. Читайте, знакомьтесь, заходите, зарабатывайте. Мне компания нравится, я в ней остаюсь. И, ну, все здорово вроде как. Сказать больше пока нечего. Посмотрим через недельку. Покажу вам снова свой кабинетик. Что там происходит. Посмотрим, какие новости произошли через неделю. Ну, а на этом пока все. Поставлю вам сегодня, мне на почту пришел новый ролик компании Magnus. И вот вашему вниманию новый рекламный ролик. До следующих публикаций, друзья. Кто хочет, регистрируйтесь, ссылка под видео. Кто не хочет, проходите мимо, как всегда. Никто никого за уши не тянет. Все, ребята, всем привет, всем хороших заработков, хорошего настроения. Έρχεσαι και φεύγεις μες το βράδυ και μου μένει τα άρωμά σου. Νομίζω πως ακούω στο σκοτάδι σιγανά τα βήματά σου. Έρχεσαι και φεύγεις μες το βράδυ και μου μένει τα άρωμά σου. Νομίζω πως ακούω στο σκοτάδι σιγανά τα βήματά σου. Έρχεσαι και φεύγεις μες το βράδυ και μου μένει τα άρωμά σου.
πίσω πως ακούω στο σκοτάδι σιγανά τα βήματα σου. Έρχεσαι και φεύγεις μες το βράδυ και μου μένει τ' άρωμα σου. Νομίζω πως ακούω στο σκοτάδι σιγανά τα βήματα σου.